Я помню, что у меня у папы была кассета с Сандрой, но я вообще не помню ни одной ее песни. А я сейчас послушаю, может, узнаю. Текст. Ничего себе, прям текст. Дуби-дуби-ду. Дуби-дуби-дуби. Диби-диби-даба-даба. Нет, это другая, это Шерри-Шерри Леди. А, вот написано. АИ Мьюзик, Инглиш, АИ Кавер. Ну, хорошо, давай. Знаю. Подожди, а это песня Сандры или это... Сандра поет песню «Дуби-дуби-ду». Сандра Межболок. Сейчас припев будет, и я сразу сейчас... Так как ты знаешь, если это Ми, это же АИ? Звучит, как будто ее настоящая песня. Это же... А, вот она. Я и подмышу чипи-чипи-чапа-чапа. Да? Я тебе и спела чипи-чипи сразу. Знаешь, что подумала? По мультяшному коту, который так делают. А получается, Сандра, пели Сандра, голосом Сандры пела... песню «Диби-диби-джаба-джаба». Значит, чипи-чапа-джаба-джаба изначально... Чипи-диби-джаба... Это... Нет, она не пела эту песню. Понимаешь? Они взяли ее голос и сделали в стиле Сандры песню «Диби-дуби...» Звучит очень классно. Подходяще, как стиле будто, да? Вот тех 80-х, что ли? 80-х написано. 80-х, да. Они много так что делают. Да. Ой, написано, что сбоку вижу, как другой раз предлагается кавер Сиси Кетч. Я помню, папа тоже была кассета Сиси Кетч, но я не помню одной песни. Вот Modern Talking помню пару песен. Вот эти вот самые известные. Слушай, а в песне «Дуби-дуби» вообще есть текст? Кроме «Джиби-джиби-джаба-джаба», вот это вот «Чипи-чипи-чапа-чапа». Ну вот, откуда этот текст взяли? Текст. Так, может, текст придумали? Может, придумали. Или, может, взяли из других песен Сандры, скомпилировали? Let's all sing now, давай поем вместе. «Дуби-дуби-раба-даба-джиби-даби». «Чипи-чапа-чапа-дуби-дуби». Вообще, что ты в курсе, что это «Чипи-чипи-чапа-чапа» какая-то песня есть реальная? Просто детского... Или не с детского? Возможно, текст оттуда весь. А, ну, возможно. Я кроме просто «Чипи-чипи-чапа-чапа» больше не слышал ничего. Ну, правильно. Еще на обложке котик Чапа-чапа, это смотри, у нее из мема. Енот есть. Как там поется? Педро, 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 П. Это было... Я забыла мелодию Педро, Педро. Педро, 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 Дро. А, не Дро-Дро, а Педро, П. А Педро, 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 П. П, а не Дро. Какое Дро? Почему у тебя Дро? Педро. П. Что, П, Дро. Вот мы с тобой, ну, пока песня поется, посуждаем немножко, просто она немножко похожая там на предыдущую часть. Вот мы с тобой смотрели подборки современной музыки, там, знаешь, современная поп-музыка, которая там, знаешь, типа кальянный рэп, это вот это все, ну, СНГ-музыка. Я думаю, господи, если сравнить, я лучше вот это буду слушать. Лучше буду слушать музыку 80-х, поп-80-х, чем вот этот вот, который Ctrl-C, Ctrl-V одинаковые. Почему мы к этой более благосклонны? Потому что мы слышали в детстве. И что? И нам она привычна. Да, она звучит приятнее. Тут текст больше разбирается. Я на английском текст лучше разбираю, чем... Она для тебя приятнее, потому что ты слышала ее раньше, да? И она тебе понравилась, к примеру. А, к примеру, вот те, кто слушал вот это вот, они, например, вот это не понравится им. Ну, не знаю. А я читала комментах под нашей реакцией на эти музыки. Они говорят, им тоже не нравились такие песни. Скажем, тоже такие не слушают.
сколько метров все повторяешь, что ты говоришь? Ну, не знаю. Уби-дуби-ра-ба-ра-ба. Ты все подпевать, но... Кроме чипи-чипи, чапа-чапа, ничего не знаем. Что, эквалайзер тут настоящему колупается, колыхается? Или это просто какая-то рандомная картинка интересная? Настоящий, походу. Понимаешь? На бумбу должны были быть пики. Вот бит тут, вот тут. Ну, а, вот потише стал, потише, да.